Первые весенние выходные табаляков приглашают провести весело и с пользой для здоровья. 6 марта на Базарной площади состоится тренировка Street Fit под открытым небом. Начало в 11 часов, а в час дня там же пройдут бесплатные занятия скандинавской ходьбой с инструктором. Развлекательная программа «Матрешкины забавы» стартует в 14 часов. Вас ждут командные подвижные игры, розыгрыши и сладкие призы. В 15 часов игровую эстафету подхватит программа «На Рус пришел, весна пришла». 7 марта, в воскресенье, на Базарной площади состоится фестиваль скандинавской ходьбы. Начало в 10 часов утра. Поздравительная акция «Белые розы» пройдет на площади в 2 часа дня. Продолжится она и 8 марта в 14 часов прекрасным дамам вручат поздравительные открытки и сувениры.